Привет, друзья, с вами Rush Налидзука. Мы продолжаем прохождение игры Mortal Kombat vs. DC Universe. Во вселенной DC Universe оказалось на одну главу больше, чем в Mortal Kombat, и так глава 8 — Супермен. Ты пришелец, это все твоя вина. Ты вызвал Даркхана, и мне ничего не достанется. Лекс, в этот раз ты за все ответишь перед миром. Ты испортил все мои планы. Я заставлю тебя заплатить. Но смысл в том, что типа он разозлился, то что вся слава Супермен достанется, то что мир будет разрушен Даркхану. Хотя он тоже виноват. То, что он призвал Дарксайда, помог ему попасть на землю. Ах ты! Ай! Супермен не должен проигрывать. Тем более Лексу Лютеру. Этому неповоротливому говну. Ха-ха, чё там? Получи! Так, не надо, не надо. А, тихо, не надо. Надо вот так, вот так сделать. Свафлил называется. Ну-ну. Да что такое? Неужели? Неужели? Не-не-не-не-не! Ну чёрт! Да блин! Вот это печалька! Так хорошо начал, так плохо кончил. Но это нормально для меня. Блин. Ладно, чем дольше будем биться за Супермена, тем лучше подготовимся к боссу, правильно? Ну-ка, вали отсюда! Поспамим немножечко, да? Супермен выиграл. Раздавили, короче. Раунд 2. Файт. Получи, блин. Мордам. Лысые отродья. Тихо, тихо. Супермен. Есть.
Ты в последний раз принес мне проблему. Супермен, остановись! Нет! Это ярость. Мне вернулась моя полная сила. Я покончу с ним раз навсегда. Короче, Бэтмен тут решил впрячься, он же никогда никого не убивает. А что такое? А, блин. Тоже не оплошаем. Ой, оплошали чуть-чуть. Что такое? Батаранги тут эти. Я не ожидал. Не попадаю. Да, да. Вот так его правильно. Дистанцию держим. Вот это он хреново сделал. Блин, он меня побил. Зараза. Тренируем. Даркан не так прост, чтобы просто так его победить, поэтому... Ой, блин! Пропустил серию! Да что такое? Печально все происходит. Да что с тобой? Сколько можно? Да не могу угадать никак, куда он бить будет сейчас. Супермена помогает.
Да ты попадешься мне когда-нибудь? О, нет. Ух ты, падла. Что ты делаешь, Супермен? Stay down, or I'll... If we lose here, if you lose to the rage, если ты потеряешь перед яростью, то мы все проиграем. I'm not going to give up. Я не собираюсь сдаваться. Up, and neither do you. Брюс. Брюс. I hear you. Я слышу тебя. You're right. Ты прав. It was my mistake that created. Это была моя ошибка. I have to stop it. Я должен это остановить. Alone. Ты не должен идти один. Darkseid himself nearly killed you. This он с тобой тебя убьет. Much more powerful. Он более сильный. Thank you. Спасибо, Брюс. Damn, pulsing. Good luck. It's time to correct my mistake. Пришло время исправить мою ошибку. You. Ты. You're not going to stop me. Ты меня не остановишь. Superman, Raiden, the rest of your forces were defeated. Все твои силы побеждены. So were yours. Как и твои. Nobody won here. Then никого здесь больше нет. That's fine with me. Round one. Fight. Ух ты, почему так получилось? Блин, чё ж ты встал? Да я ж нажал! Нельзя давать Рейдену возможности отвечать. Ах ты, блин, еще и брейкер. Вот это печаль, беда. Фу. Блин. Да не то я делаю. Вот что надо было делать. О! Нет. А! Он разошелся. А! А! Ты что, офигел, Рейден, хватит. Хватит, Рейден! Хватит, Рейден! А почему его удар засчитался? Я же был в ярости. Что за фигня, блядь? Ну, получил! Oh.
What? Ой, о, Киркот, почему не сработал? Что за фигня? Он сидел прямо около него, удар пролетел, а он не... Бесит. Сегодня я каждому проигрываю, каждому. Даркану я по-любому проиграю, и не один раунд. Это хорошее начало, блин, но... О! Это Рейдену повезло. Отлично. Вообще неплохо вынес. Ты что ты не делаешь-то, но? Но, блин, обманул нас бог грома. Да, второй удар уже его пробивает блок. А у нас тоже есть ярость. Блин, он же быстро, быстро кончается. Ну! Неужели? Вообще на грани был. Как часто это со мной бывает, а? Че встали, давайте бейте, типа. Ваша ярость помогает мне разрушить все эти планеты. Нет, Даркан, я не позволю тебе уничтожить Землю. Достаточно! Так ты не бьешься за него? Так как и ты. Сражайтесь. Значит, мы не враги. Не вступай в ярость, Рейден. Сфокусироваться, мы должны сфокусироваться. Что вы делаете? Если будем биться вместе, то мы сможем повернуть эту энергию против него. Бейтесь друг с другом или бейтесь со мной. Для меня это без разницы. Ну что ж, пришло время. Так, хотя бы первый удар за нами. Не остается ни хрена. Все-таки он мощный. О, сломал супера. Ну что такое? Тут вообще без вариантов, по-моему. Он вообще не хочет ничего делать. А он Flawless Victory. Flawless Victory, блин. Рейден это телепорт спасал, я помню. Так. Ну как же мы поступим? Давайте лазером его жарить, что ли. Хотя вначале неплохо, так его долбанул, вроде как. Раунд 1. Файт!
Блин, да... Меня сбил. Блюдина. Че я встал-то, да? Замешательство. Все, тут Тарарон-то вообще шансов не дает, блин. Не стоит, сука, плакать. Беда. Да. Да уж. Так, ну мы еще заморозку не применяли. Может, она поможет. Round one. Fight. О! Типа камбы получилось. Надо что-то дать не слишком много. Ах ты гад. Ну иди сюда. Лазер остался. Единственная надежда, да. Round two. Fight. Ну, сейчас сбешен, конечно же. Давай. Когда я прыгиваю, что ты херней страдаешь, супермен? Тихо, тихо, блин, ну. Шанс был выиграть, но не в этом раунде, блин. Джакс любит подглядывать. Round one. Fight. Летай, урод. Есть!
Фу, блин. Раунд 2. Файт! Мазафака! Я его сделал! Какашка, разлетайся! Superman wins. Фу. Стоит признать, он все-таки легче, чем Шаукан. Из МК-9. He's gone. Он исчез. The others have disappeared as well. Все исчезли. The rage. Ну, остальные, имеете в виду, из МК. Рейдж, ярость, она пропала. Что это за место? Darkseid's throne room. Трон Дарксайда. Two universes must have separated. Вселенные восстановились. To... И он должен был вернуться. You are Darkseid. Ты Дарксайд? Я Шао Кан. Вы поклонитесь мне. Ну, этого следовало ожидать от Супермена. По-моему, самое хреновое, что могло случиться с Шао Каном. Поздравляем, вы открыли Дарксайда. Это в аркаде, короче. И трофей. Вселенная перерождена. Перерождение вселенной или типа того. О, Ultimate Evil, полное зло еще. Нормально с трофеями. Что ж, друзья, мы завершили прохождение сюжетной кампании Mortal Kombat vs. DC Universe. И, соответственно, пишите ваши комментарии, ставьте лайки и пишите, что бы вы хотели, если бы хотели увидеть еще по этой игре. Хотели бы увидеть аркадные режимы и за каких персонажей. Сейчас я вам быстренько продемонстрирую, какие персонажи у нас теперь есть в аркаде. Чисто как бонус такой, друзья. А вы потом напишите, кого бы вы хотели увидеть, если вы хотели бы кого-то увидеть. Так, ну, в общем, Скорпион, Саб-Зиро, Соня, Шан Цунг, Китана, Джокер, Кэтвумен, Флэш, Супермен, Бэтмен, Грин, Зеленый Фонарь, Капитан Марвел, Лекс Лютер, Дестрок, Чудо-Баба, Барака, Кэна, Рейден, Лиу Канг и Джакс. А те, что открылись боссы, я так полагаю, что они, наверное, открылись только в режиме один против одного, например, ну то есть когда вдвоем играешь другим игроком, так что их здесь нет. Кто знает, отпишите в комментариях, можно ли за них проходить аркаду. Ну, скорее всего, наверное, нет, потому что они же главными боссами являются, как бы, да. Вот. Ну, а на этом у меня все. С вами был Rush Tanizuka. До новых встреч.